Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Продолжаем собирать цветок. Я уже разобрала, как плести вот этот элемент, листик с поворотом. Ссылочка появится сейчас на экранах у вас. Вот этот элемент, камышек, простой. Ссылочка тоже появится у вас на экранах. И также все ссылочки я оставляю в описании под видео. Сегодня мы разберем, как плести вот этот вот элемент, листочек с тремя зубчиками. Ссылочку на фотомастер-класс, по которому я училась, я нашла его у Тамары Задориной на странице в Одноклассниках. Я оставлю в описании под видео. Трубочки у меня накручены на спицу 1 мм, ширина полосы 3,5 см. Как покрашены трубочки, ссылочка сейчас появится на экранах. Как я вообще готовлю трубочки к плетению, я собрала в плейлист видео, и сейчас вы увидите у себя на экранах ссылку. Нужно 4 трубочки. Начинаем так же, как мы начинаем зубатку. Вот 2 трубочки. Одну складываем пополам. Делаем буковку. Делаем буковку L. В правую сторону. Вот эта вот палочка идет в правую сторону. И сажаем ее напрямую. То есть вот посадили. 2 трубочки. Их надо как-то закрепить друг на друге, чтобы плести. Для того, чтобы закрепить, самое простое, это друг вокруг друга их обмотать. То есть сначала верхнюю обматываем, чтобы она никуда не делась. То есть вот этой трубочкой укладываем ее, обматываем. Обмотали. А теперь вот эту вот. И она вот выходит сюда. И чтобы перекрестить их, раз, перекрестили, и получилось вот такое вот у нас начало. Это начало многих элементов в плетении. Получили. Теперь добавляем, так как у нас листик будет вот с тремя зубчиками. Один зубчик мы сделали. Теперь делаем трубочки. Я сминаю, чтобы они были плоскими, имитировали соломку. Серединку я вывожу вперед, эти назад. И вкладываю посередине трубочку дополнительную. Положила сверху, вот это вот сверху, не наоборот, не вот так, вот эта вот часть, чтобы вниз ушла вот так, нет, вот это так. Я сейчас возьму трубочку другого цвета, чтобы было понятней. Беру, серединка у нас должна находиться сверху, вот так. И беру еще одну вспомогательную трубочку, тоже красного цвета, чтобы было удобнее. И вторую кладу вниз, просто вниз, вот так. Все, 2 трубочки положили. Это у нас получается 1, 2 и 3 здесь будет. Формируем зубчики. Вот у нас, смотрим, сверху лежит трубочка, да? Мы ее вот так вот подворачиваем. Раз, трубочку. И уложили ее вот параллельно. И еще раз. Теперь берем другую трубочку, которая вот идет прямо у нас, и ей оборачиваем. Выводим ее сверху. Вот так. Вывели, зажимаем, переходим к другой стороне. С другой стороны делаем то же самое. Эту трубочку оборачиваем, кладем параллельно.
А эту трубочку оборачиваем и выводим наверх из-под этой. Вот так. Вот у нас получилось сердечко. И три зубчика. Раз, два, три. А теперь, в зависимости от того, насколько вы будете здесь формировать уголочек, у вас может и так получиться, может и поближе. Она, видите, поменьше стянулась здесь. То есть все зависит от того, какой листочек вам нужен, лепесточек. Берем справа, начинаю. Правую вниз завожу под одну над всеми. Вот, она вышла под одну над всеми. Теперь слева беру под одну над всеми. Уложила, распрямила. Трубочки уложила рядышком. Эти трубочки уложила рядышком. Все. И здесь уже формирую, как он, лепесточек будет. Его можно подальше, вот сюда вот отодвинуть. Все, и продолжаем. Теперь у нас беленькие вот вышли на край. И ими тоже подворачиваем. Одну снизу. А дальше над всеми. Подворачиваем одну снизу, а дальше над всеми. И теперь так плетем до окончания. Так как трубочки имитируют соломку, они должны оставаться плоскими. Мы не здесь не перегибаем никак, вот так вот не делаем, а просто нам надо с одной стороны плоскости на другую вывести. То есть мы вот подгибаем, поворачиваем, то есть поворачиваем ее и над всеми. И здесь под одну над всеми. И она так дальше будет продолжаться. Сплели лепесток, и он также может, это также часть цвету. Вот такой лепесток у меня получился. Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам огромное за внимание. До свидания.